Давайте приготовим форшмак. Причем форшмак разновидность горячего. Форшмак с мясом. Это довольно-таки редкий рецепт, который у нас делают. Хотя он в царской России был очень довольно-таки распространен. Что нам надо? У меня отварное мясо, говядина. Селедка разделанная, без костей. Картошка отваренная. Лук репчатый, луковица одна маленькая. Два яйца, сыр натертый. Сметана, еще понадобится масло сливочное, сухари панировочные, соль и черный перец. Объемы такие примерно, по весу картошки чуть больше, чем мясо. Селедки чуть меньше возьмите, чем мясо. Соль, естественно, с осторожностью, потому что у меня мясо уже соленое готовое, ну и будет селедка добавлена. Сыр будет. Давайте приступим. Давайте пожужжим немножко. Мясо в мясорубку. Селедочку туда же. Селедка малосоленая, я ее не вымачивал. Лук репчатый, туда же. Картошку вареную. Таким же способом. Все это смешиваем. Добавляем сметаны. Ну, давайте пару ложек. Черный перец молотый. Щепотку. Чуть-чуть соли. Повторюсь, мясо соленое. Селедка соленая. Яйца отделяем, белки от желтков. Я сделал 3 яйца, такое количество. Аккуратненько это все перемешиваем. А белки взбиваем. Есть миксер. Сделайте это миксером. Сбили такую нормальную пену. Выливаем. И опять аккуратненько вмешиваем сюда. Сливочным маслом смазываем гастропосуду. Присыпем панировочными сухарями. Ну и выкладываем форшмак сюда. Хорошо бы, конечно, чуть поменьше посуду. Она бы была бы повыше, но не страшно. Засыпаем сверху сыром. Духовка 160 градусов. Здесь все готово, в принципе, да? Нам только хорошо прогреть. Вот как сыр расплавится, будем считать, что готово. По времени скажу чуть позже. Я думаю, это минут 15-20 займет. Ну, друзья мои, 25 минут. Я считаю, что готово. Есть надо непременно горячим. Так утверждают кулинарные книги. Довольно-таки такой интересный вкус. Возможно, даже не всем понравится. Все-таки есть селедочный вот этот привкус. Но у нас не принято горячим есть. Здесь он присутствует. Вот так картошечка, мясо, сыр. Интересненько. Ну, спасибо, что посмотрели, что оценили. Что не забывайте. Забегайте. Скоро увидимся.